В Сургуте главную ночь года на рабочем месте проведут больше 1000 сотрудников оперативных служб. Медики, спасатели, пожарные, полицейские. В дежурную часть УМВД Сургута с 31 декабря 2021 по 8 января 2022 поступило 2500 сообщений о преступлениях и правонарушениях. При этом в канун смены лет звонков было 270, а в первый день пока еще текущего года 360. Большая часть всех сообщений – это жалобы на соседей, на шум во дворах, вызовы на пьяные дебоши, психозы. В преддверии нынешних новогодних и рождественских праздников полицейские Сургута переведены на усиленный вариант несения службы. Мы фиксируем все звонки, в том числе, которые не касаются ведомства нашего. То есть граждане зачастую звонят и в случае пожара, возгорания, когда нужна медицинская помощь. То есть это все звонки, поступившие в дежурную часть. Наружные наряды будут приближены к местам массового скопления людей, праздничным мероприятиям. Как обычно, будут обследованы места проведения праздничных мероприятий и рождественских служб.